привет, мои хорошие. Я приехала сейчас, уже потренировалась. Fit Curves. Знаменитая американская корпорация. Это Two Sisters, Анна и Лена. Они у нас за спортивную программу отвечают. Look for the style. Да. With this teacher, with this coach, you must be nice and beautiful and slim. I would like to show a little bit this trainer machine. Здесь так классно, so nice here. I have very much pleasure. Вот эти все тренажеры я сегодня прошла. All this trainer machine I've been. I'm good today, yeah? Very good. Здесь потом растяжка делается. Я покажу короткое видео. Здесь мы храним свои вещи. Покажу вам, моя звезда уже появилась здесь. Где моя звезда? Ой, моя звезда. Сейчас. У меня появилась моя звезда, но пока еще без вот такой полосочки. Эта полосочка получится у меня тогда, когда я уже, ну, что-то, чего-то добьюсь. Это наша раздевалочка, такая девичья комната. Смотрите, какой стоит красивый старинный умывальник. Боже, как я люблю такие вещи. Здесь такой уголок привести красоту. Фен, крем для рук, пуфики. Все в сиреневых цветах. Такая красота вообще. Смотрите, какой красивый дизайн. Даже часики фиолетового цвета, даже проволочка. Так, здесь быстренько. Видите, Fit Curves. Душевые. Все красиво. Шампунь, бальзам. Это все закрывается. Полотенечки. Ну, все абсолютно. Здесь вторая душевая. Там, наверное, кто-то есть. Вы представляете, я подсознательно, наверное, знала, что попаду на Fit Curves. И я приобрела себе обувь даже такого цвета. Вы посмотрите. Я подготовлена основательно. У меня все фиолетового цвета. Гляньте, какая красота. Это мои новые такие для тренировки кроссовочки. Я прямо в тренде. Все фиолетовое абсолютно. У меня даже фиолетовый пакет. Я вчера впервые, когда пришла, когда вынула свою обувь, девочки ахнули. Ой, вот вход в мой зал. И все вы поняли, да, выдержано в фиолетовом цвете. Так классно, вообще так комфортно. Я не везде прошлась, там люди были. Такие вот цветочки, то, что там типа на лаванду, да? Лаванда. Горная лаванда. Здесь доска объявлений. Ну все. Вот все. Я тренировалась. Боже, какая красота. Какое удовольствие. Да, вообще. Мокрая. Счастливая. После душика. Вообще так классно. В общем... Что, еду домой. Похода не лед. Но там никуда и не хочется, если честно. Все, ребята. Всем здоровья. Всем быть красивыми. Всем быть здоровыми и счастливыми. С любовью, ваша.